12 мая в ВГУ состоялся финал конкурса инновационных проектов. Открыл мероприятие ректор Дмитрий Индовицкий. Стадия конкурса – это очень важная стадия, когда отсеиваются проекты более сильные, когда оценивается их инновационная, технологическая составляющая, когда оценивается рынок, маркетинговая емкость этих продуктов, когда можно просчитать срок окупаемости, когда можно рассчитать NPV, чистую приведенную стоимость. Вот все вот эти вещи очень важны. Все у нас впереди, все у нас получится. Я желаю не падать духом тем, кто не прошел в призовые места. Любое падение – это возможность для того, чтобы встать и пойти дальше. Поэтому всем успеха и будущих побед. Спасибо. В состав конкурсной комиссии вошли деканы факультетов ВГУ, представители государственных учреждений и бизнес-сообщества. Целью нашего конкурса является поиск идей и интересных разработок, которые могут быть востребованы бизнес-сообществом и социальными учреждениями. И, безусловно, задача прежде всего состоит в том, чтобы привлечь молодых ученых. Поэтому в нашем конкурсе участвуют студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые до 40 лет. Причем самое главное, что мы попытались представлять проекты не только в технические проекты инновационные, но и социальные проекты. И сегодня вот вы присутствовали на защите, увидели, какие интересные проекты предлагаются нашими студентами, которые могут быть востребованы бизнес-сообществом. И то, что уже участвует 49 заявок мы получили в этом году, в прошлом году всего было чуть около 30 проектов. Это как раз показатель того, что этот конкурс становится интересным для молодых ученых Воронежского университета. И самое удивительное то, что из всех финалистов, которые вот сегодня представляют свои разработки, мы продолжаем с ними работать и дальше. Члены конкурсной комиссии отметили высокий научный уровень и степень проработанности всех представленных проектов. В ходе презентации многие из участников получили предложение о сотрудничестве от присутствующих инвесторов. В первую очередь, наверное, для нас это хедхантинг. Мы ищем молодых, перспективных, одаренных ребят, которые заинтересованы в привлечение ресурсов для своих проектов, для своих идей. Конечно, мы планируем сотрудничать с университетом и дальше в этом направлении. И мы очень надеемся, что сфера проектов технологических и химических, которая нам более близка и более интересна, будет дальше расширяться в новых конкурсах. То есть здесь мы видим упор в основном все-таки на программирование, электронные приборы. Мы надеемся, что ребята увидят, что существуют реальные заказчики, которые заинтересованы именно в химических и в пищевых технологиях и будут более активно работать в этом направлении, предлагать какие-то проекты, которые мы сможем воплотить потом в жизнь в своем реальном производстве, пригласив автора идеи в качестве руководителя проекта и дав ему возможность развиваться в рамках крупной современной компании. Призовые места распределили следующим образом. Первое место заняла Анна Елисеева, студентка ВГУ, которая представила проект «Образовательные курсы Creative Science». Второе и третье места заняли Дмитрий Шевцов, аспирант ВГУ и старший научный сотрудник Марина Халявко. Трудно было соревноваться с научными проектами, потому что это совершенно другая стезя, нежели социальные проекты. И, честно сказать, я думала, что мы выбьемся, потому что наш проект маленький, но с большим будущим. Но были проекты огромные, с огромным потенциалом. Вообще я, ну, как сказать, не ожидала. Данный проект направлен на то, чтобы привлечь ребят 5-7 классов к научным дисциплинам физика, химия, биология. И мы стараемся как-то воспитать себе смену хорошую, смену, с которой мы потом сами будем работать, будучи аспирантами, будучи докторами наук.